Скорбешь за Набельске. Да там уже все, карнизу хана. Харнизу хана. Хана, хана. Можно, конечно, уж до конца. Ну, и потом ты делать. Сразу же мастера вызовешь одновременно, чтобы он пришел карниз починить. Тогда все нормально, а так нет. Потому что тогда они будут на полу лежать. Ну, кстати, занавески подорожали, потому что будет этот самый... Мастера надо вызывать. Ребят, десятка. Десятка занавески. Так, 92-й год, 24-39. Через раз. Давай срывай их нахуй, чтобы их не было. А то заебало уже. Ваше имя. Ваше имя? Да. Сейчас сделаем. Сразу же вызывай мастера. 54, надежный человек. Ну, сказано, сделано. Я не знаю, видно там, нет? Сереж, я прям сейчас уйду. Куда? А куда? Ну что? Я сломал карниз. Карниз упал. Штора тоже. Сказано, сделано. Спасибо за донат. Но десятку мы не расписываем, потому что это штора. Это штора? Это штора, да. Там мастер нужен теперь. Может, я там сделаю, не знаю, смогу ли я там. Может, кстати, посполосни ее, уж сняли. Мне каждый раз ее, что ли, споласкивать? Я ее только вот две недели назад стирала. Ну, ладно. Она еще испачкаться не успела. Да. Слушай, вкусные брускеты, я тебе хочу сказать. Вкусно. Наталья недовольна явно. Да потому что все, все, карнизу все. Я посмотрю потом. Если что, вызовем этого, как его, плотника или как он там называется. Муж на час. Угу. Там не только это, там кое-что. Ребро, мне кажется, сломано, и полбока синяя. Ну, вообще подоконники у нас не низкие, да. Просто мне этот кактус, видите, там высокий кактус, я начала снимать огонечки, он впился в меня, и я слетела вместе с кактусом, не ожидая этого. И было очень больно. Угу. Вкусно. Добрый день, ребята. Всем добра. Наталья, к сожалению, вы пережили вчерашнее падение. Но бывает, что люди умирают позже. Ну тут приколов много, да. Выжила, да. Я же не в ту сторону упала, я в эту. Может, если бы тут они выжили. Ну там карниз, не карниз, а козырек там. Тоже бы выжила. Думаю, да. В любом случае, летально. Ой, это тоже мне кажется. Ну повесь хотя бы так-то. Сейчас, может, еще десяточку прилетит. Ну ты шутишь, что ли, надо? А что нет? А если я сейчас опять упаду? Ну так ты поставь себе стул дополнительно, чтоб если что, на стул. Если падать на стул? Ну конечно. Хотя бы так. Сереж, ты надо мной издеваешься? Ну, семейный подряд называется. Почему ты рвешь шторы ты, а вешу все время их я. Дату я хотел посмотреть. Хоть раз повесил эту штору. В итоге, там лежит приз. По мне так охрененный. Вот, 22-48 для 93-го года. Но еще и умный человек, потому что 90-е годы ребята все умные. Проснулась с утра с мыслью, думаю, чем бы мне заняться? Штору, что ли, туда-сюда поперевесить? Знаю, что там делать надо. У меня ответ твой однозначно радует. Примерно знаю, что делать надо. Не что сказать, я сделаю. Я примерно даже знаю, что делать надо. Так, вот теперь пьем расторопшу. Полстакана. Да. Выжила. Ну и все, пока так пускай будет. Начинается. Ну и все.
все, пускай. Я даже знаю, что там надо делать. Ну, пускай. Ваше имя? Еще 10 тысяч, пожалуйста, я сейчас еще. Уж делай так, делай.